Не совсем. Я такую движуху сделал, ты охуеешь, короче. Ты увидишь, что будет, блядь, этого. Какого числа? Короче, что у нас было вчера? Что за день был? Вторник? Или что? По-моему, да. Короче, ты видишь, во вторник ночью, что я сделал в ночном эфире, ты охуеешь вообще, нахуй. Я тебе говорю. И потом на следующий день мне на лобном так тут ебали просто. Говорят, блядь, один бегает за той, другой за этой. Но в итоге целуешься только ты. И я говорю, ну а чё, говорю, мне похуй. Ты не боишься, что тебя просто выгонят, дурачок? Дурачок, а тут со всеми строят любовь. Ну вот именно. Сейчас с другой девочкой тут варимся. С другой, с какой, блядь? Там, подожди, Колян вышел, походу. А, не, не Колян, стоп. Я сегодня просто все лопнул, с Коляном сидел нормально, бок о бок. И как у него дела? Ну, охуенно, блядь. Хедлайнер проекта, ебать. О, одна из твоих... твоей любви зашла на трансляцию. А откуда ты знаешь, что одна из моих любви? Ну, потому что вот она. Козырева ТВ. Откуда ты знаешь ее? Да потому что она всех учит на проекте. Это разговаривать с этой... Понял, так фломастер вставляешь и говоришь... Фла-ша-ша-ша-ша-ша. Ой, блядь. Не знаю, я знаю точно, что я в субботу делаю Untouchable Unbelievable. Нахуй, домой. Суббота на воскресенье. Суббота на воскресенье, просто нахуй. Зачем? Суббота, типа, стричься? Но да, поэтому... Конечно, блядь. Конечно, ебать. Просто я... Блин, в Москве делать вообще нехуй. Братан, мне похуй на Москву, блядь. Я хочу приехать, блядь, домой в магазин хотя бы, в любой зайти, блядь. Че, не хватает еды тебе? Братан, мне не хватает бухла, блядь, а не еды, ёбаный в рот. А вас там нельзя, да, бухать, типа? Да, у нас сухой закон, блядь. Ёбнешься. Я тут не пью, блядь, я тут трезвый стал, нахуй, уже, блядь, охуеешь. Бегаю, нахуй, бегать начал, как ебанутый. Где? Блядь, в зале спортивном, ёбаный в рот. Сейчас, погоди секунду. Вы же там недавно в бане были, типа, вы же бухали. Да, 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 да. Ну там такое бухать было, знаешь, ниже среднего. Да. То есть не такой сильный. Сейчас я хочу в субботу на воскресенье поехать и, блядь, дать жару. Я спортсмен, просто хочешь, мне надо расслабиться. Ебать ты глючишь, просто ты завис. Бессонница?